игрока сборной Украины умер отец. Александр Сваток, несмотря на трагедию, готов выиграть в матче «Зари». Накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Зарёй» и «Стерсундом» в семье одного из игроков «Лугачан» защитник сборной Украины Александра Сватка случилась трагедия. У Саши Сватка произошла трагедия. Умер отец. Я с ним разговаривал, он сказал, что он готов. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Больше ни о чем мы не говорили. Думаю, вся наша команда постарается поддержать Сашу и сделать все для того, чтобы все было хорошо, рассказал наставник «Зари» Юрий Вернидуб телеканалу «Футбол-1». Напомним, что поединок 5-го тура группового раунда Лиги Европы между «Остерсундом» и «Зарёй» состоится в четверг, 23 ноября, на стадионе «Йомткрафт», Швеция. Стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Остерсунд-Заря» по материалам сайта newsgro.com.